Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли. Как вранье вывести на чистую воду? Только в открытую. Искренне. Только искренний, открытый диалог, чтобы можно было одномоментно сравнивать. Угу. Вот смотри, смотрим мы выступление того же самого попа. Он там раскрывает какую-то тему, отвечает на какие-то вопросы слушателей. Угу. Вот последнее выступление мне вообще, я ржала, когда про бесов рассказывали, потом про то, что женщины должны, и про то, как попам дарят там автомобили, угу, гелики, да, и майбахи. Вот, но при этом рядом с этим попом не присутствует человека, который бы в открытом эфире задал ему вопросы и показал, где ты, чувак, врешь. Угу. Причем, смотри, нету такого варианта, чтобы сравнить разные. Вот мнение попа, мнение психолога, мнение эзотерика, чтобы мнение можно врача. Можно было увидеть одномоментно мнение, да. Кто врет? Потому что сегодня я доверяю науке, я доверяю религии, я доверяю Папе Римскому. А на выходе меня нет дома. И там вранье, там вранье, там и вранье. И в любом случае я попадаю в ловушку. Везде я попадаю в искажение. В искажение, во вранье. Угу. Как это дело вывести на чистую воду? И при этом смотри, тот же, как ты говоришь, поп там или кто-то там говорит, как, ты понимаешь, что слушаешь и видишь искажение, человек вносит искажение, да, но при этом ты не можешь ему сказать этого, да, просто в диалоге даже поговорить. То есть и образуется что? Человек произносит вирус, и этот вирус, он уходит во времени, он расползается, как сеть. И в эту сеть попадается. Любой абсолютно человек может попасть в эту сеть. А когда есть диалог, и во время диалога можно услышать и одну сторону, и вторую сторону. То есть не только диалог получается, а есть еще те, кто слышат одну ответы сторону, на вторую вопрос, сторону, третью. Да, третью. И у тебя появляется выбор. То есть ты начинаешь слышать себя, то есть и понимать, что тебе идет ближе сюда, да? Вот оно пошло искажение уходить. Вот и найдется. Не так давно видела интервью, когда один и тот же корреспондент пытался одновременно говорить с женщиной, представителем ученого сообщества, и религиозным деятелем, представителем религии. Они говорили о мозге. И ты знаешь, на повестке дня я увидела, как задавливается религиозными догмами вообще научная мысль. А задавливается за счет чего? Также в Библии прописано. Это не подлежит обсуждению. Авторитетами. Так, да, авторитетами. Туф-туф-туф. Угу. И даже научные авторитеты на фоне Библии так и распластались. Это как, знаешь, камень сюда поставить? Нет, закрыто. Этот закрыто. Выход закрыто. Закрыто, закрыто. Закрыто. А теперь играем в мою игру, да, где игра. Я прав. Да. Да? Вот, вот такие ток-шоу, они выглядят глупые, и тогда наука выглядит глупой на фоне религии, и за счет этого религия приподнимается. И это как обесценивать и человека и расти на этом. И конфликт, и конфликт появляется. Вот оно, искажение, ложь. Ложь. А человек смотрит и, да, тогда религия права, а наука, что там эти ученые знают? Да. Да? Да, а те, кто на стороне ученых, о, религия там не права, что там эта религия, да, а вот наука... Пошли качели. Пошла конфликт, все, пошел конфликт. Вот из этого можно найти нормальный выход, причем на этом выходе еще можно нормально заработать. Конечно. Те же самые сегодня телевидение в упадке. Ну, как ни смотри, определенный контингент людей его смотрит, но при этом оно завоевывает как-то свою долю на Ютубе, в Инстаграме, в ТикТоке, еще где-то отрывками, уже нарезками выходит. Так вот, формат, как раз, который подходит для соцсетей, великолепно подходит, угу, в нарезку. И формат, который подходит и в телевизионном, да, формате телевидения. Угу. Сегодня можно сделать охрененную программу. И это уже готовая идея, которую можно со спокойной душой продать любому каналу. По поводу вот действительно подсвечивания вот таких моментов, когда будет определенным образом взято мнение от
ответ на один и тот же вопрос, когда отвечают и психологи, и экстрасенсы, и религиозные деятели, и научные, и врачи. На какую-то ситуацию, на какой-то вопрос, да, отвечают разные абсолютно, как это сказать? Разные авторитеты. Авторитеты. Назовем мы их экспертами или экспертами. Вот они, эксперты в своей жизни. Те же эзотерики. Да, так найди еще мастеров. Те же маги. Кстати, сколько я телевидению давала контактов тех же самых экстрасенсов, магов, гипнотизеров и так далее. Гипнотизеры. А благо их у меня очень много. На любую тему можно найти экспертное мнение. Это ток-шоу будет просто взрывное. А потом собрать в зале всех и давайте поговорим в открытую. И посмотрим, где вы врете, где искажение. Каждый раз, да, вот оно просто раскроется. Раскроется. И мы будем видеть ложь. Мы будем видеть. Но при этом тогда получается вин-вин у каждого. Да, то есть выигрыш. То, что психике и надо, очищение за счет чего? Потому что каждый будет видеть искажение. И тот же самый врач, видя там где-то, что вот здесь есть куда углубиться, почитать литературу. Тот же самый религиозный деятель. Нам тоже будет интересно посмотреть. Конечно. И вот все вот эти направления соединить и соединить разные мнения. И все это потом в одном зале под одной крышей. И буквально несколько вопросов, которые идут, или даже одну ситуацию на один вечер. Да, вот да, так да, будет вот так. На то, что это будет взрывная штука, которая полностью меняет менталитет общества, убирает ложь. Да, услышать мнение всех и инфодайвинг. Как смотрит инфодайвинг на это, как смотрит религия, как смотрит наука, как медицина, как гипнотизеры, как эзотерики. Как, да? И потом вместе. И где решение вопроса реально? Да, обязательно. И потом вместе обсудить. Вот это вообще невероятное. Где шоу. Выход? Выход в том, что мы будем долго учиться и уйдем на кладбище, долго верить и уйдем еще куда-то, или мы получаем изменения в жизни, изменившись сами, или. И то есть у нас будет куча вариантов, и человек тогда будет выбирать, и таким путем идти. Да, и таким образом все выигрыши, все. У всех будет прорыв на рост. Та же наука, та же медицина. Все абсолютно. Просто, знаешь, как ракушки вскроются, жемчужинки эти начнут на свет. Солнышки. Mm-hmm. Вот оно. И давать действительно возможность высказаться в процессе этого шоу. Свободно. Но здесь, видишь, подготовительная часть большая нужна будет. То есть ответы и все остальное должно быть записано до шоу. Mm-hmm. Вот. И если вот это вывести в идею для такого ток-шоу, то ну, это уже даже будет не ток-шоу. Ток-шоу – это старое название, здесь уже не будет происходить. Это формат уже современный, потому что здесь можно будет нарезать, потому что это мнение людей. Там, если речь идет о заболевании, то нужны будут врачи, нужна будет наука, нужны будут светила. Опять-таки, если там где-то какие-то будут замешаны психические расстройства, то там религия нужна будет еще. То есть каждый раз ты будешь набирать специалистов. Да, мы все увидим искажения, как на поверхности. Цель увидеть искажения. Да. Почему медицина не вылечивает? Почему религия не помогает? Почему человек бьется, как рыба об лед, ища снаружи помощи и не находит ее? Да. И почему человек не смотрит вовнутрь? Хотя это же в вашей же Библии сказано. Бревно в своем глазу-то найти. Ну так давайте поищем это бревно в своих глазах. Найдем его. Просто смело посмотрим на одну и ту же ситуацию с разных граней. Вот восприятие. Да. Кстати, тренировка управления восприятием. Да. Посмотрим. И это, смотри, это увидеть не один угол восприятия, да, а увидеть многогранность. И у тебя расширяется сознание. Естественно, искажение просто не может быть. Просто оно выплывет. Ты увидишь ложь очевидную увидишь. Где она будет? Когда, и станет искренность. Когда идут вот такого типа ток-шоу, когда-то я участвовала в ток-шоу, где присутствовали психологи, религиозные деятели и экстрасенсы. Каким боком я там оказалась? Ну, я оказалась там с целью рекламы и, в принципе, свою функцию выполнила. Но изначально предполагалось, что должна была быть моя стычка с религией. Угу. Но она не состоялась. Потому что агрессия, которая исходила от представителей религиозной конфессии, она обрушилась на психологов.
А я как бы оказалась в стороне. Случайно попала и в стороне осталась. Нет, я целенаправленно пришла дать рекламу, я выждала свое время, и когда все высказались и спросили, у нас остался один человек, который не высказывался, им оказалась я, и мне говорят, ну тогда ваши 5 минут, я выдала всю рекламу. И потом, когда мне уже звонили с телевидения и говорили, ну если вдруг, то тогда, пожалуйста, не надо так рекламировать. Я всегда прихожу и делаю все целенаправленно. А вот. Но я тогда для себя в опыт записала, когда человек врет, и он осознает, что он врет, он становится агрессивным. Он тогда начинает давить авторитетами. И это очень суровое давление, потому что начинается грызня. Конечно, эта грызня сегодня, если ты посмотришь там ток-шоу Малахова там, и так далее, эта грызня, она норма на телевидении, но это не норма. Это не уровень общения людей. Вот, это такой же вирус. Это такой же вирус. Такая же ложь. Надо осознать вот этот момент начала грызни, где человек становится животным. И этот момент надо помочь осознать тем людям, которые и приходят на эту грызню. Потому что вы перестаете быть людьми. Но люди приходят на эту грызню, приходят как, знаешь, вот мусор нравится. Именно, да, именно свалка. Свалка нравится. А вот не надо. Наоборот. А зачем закапываться? И закапываются в свалке. Зачем? Да. Давайте мы найдем здесь бриллиантики и уберем хлам. И тогда, выходя оттуда, выходят не враги, да, а выходят люди, которым интересно разобраться в этой теме, в этой глубже. И они в себе находят, что, блин, я действительно, да, здесь ошибался. Возможно, я полжизни потратил на ту, на свою ошибку, но у меня сейчас есть возможность ее исправить. И это о развитии. И это приводит к конструктивному диалогу. Но смотри, тогда без инфодайвинга никак. Да? Потому что реально, ну, я просто помню участие уже, в жизненный опыт такой есть. Я знаю, как давит религия. Это кобздец. Опять-таки, я знаю, как вкратчиво подходит наука и потом вытирает ноги. Это тоже такой момент, когда ты как бы становишься зависим от их мнения. Ты будешь вхож в этот круг или не будешь? Это все искажение, это все ложь. Просто пройдя все вот эти вот штуки, хочется, чтобы действительно был открытый, прямой диалог. И на один и тот же вопрос. Вот, например, у человека возникла ситуация. Вот такая ситуация, такая-то проблема. Ну, грубо говоря, начиная от того, что у человека психическое расстройство, там, и ему сказали, что у него экзорцизм, там, бесы, демоны, или там привороты-отвороты, или там рак, или там почему все умирают, или там прививка, или все что угодно. Да, или неудачи в жизни, или ну что угодно. Да. Любая ситуация, которую человек не может решить. И вот, как эту ситуацию будет решать религия? Как эту ситуацию будет решать наука? Как эту ситуацию будут решать врачи? Как психологи? Как экстрасенсы? Во-первых, как видят и как решать. Как видят, как и, видят как решать. И как решать. Да. И как видим мы, и как решаем и мы. И инфодайвинг, когда ты идешь от себя, когда ты вернул Бога в себя. Конкретно просто альтернативы инфодайвингу нету сегодня. Нет. И когда вот все эти мнения уже отсняты и показаны до того, как началось ток-шоу, и потом вместе присутствуют люди, идет обсуждение. Обсуждение, да. Почему вот такое решение, а не такое? И а где ложь? Уже а где человек вопросы, получит, да, результат? Угу. А где обман со стороны той же самой медицины или со стороны религии, или со стороны... Где то искажение, да, увидеть. Где искажение, которое не дает возможности человеку решить вопрос? Да, суть этого ток-шоу именно увидеть искажение. Увидеть искажение. И тогда очень многие моменты... Невероятно вообще. Ты знаешь, очень четко черная магия полностью пересечется с религией, я могу сказать, да, четко. И да, тогда это будет вот так подсвечено и видно. Потому что и тогда крыть будет нечем. Нечем, да. Это потому что это одно и то же. Да. Точно так же, как та же самая медицина, наука, где-то сойдутся, а потом вылезет коммерческая основа. Да, и мало того, вылезет конфликт. И вылезет конфликт интересов. Конечно. Конкретных интересов и финансовый конфликт. Точно так же, как религия и магия, да? Да. Чернушная. То же самое вылезет и конфликт. Конфликт интересов.
Да-да-да. Все один к одному. И вот тогда это становится очевидным, и тогда человеку не надо бегать и спрашивать, а что правильно, что неправильно, где у меня есть выход из положения, где нет. Нет, вот смотри, есть такая ситуация, вот есть варианты решения. Выбери, где ты будешь решать. И вообще, кто за тебя будет решать, или ты сам будешь решать. Ну, первый подход. Угу. Вот такое ток-шоу на самом деле, оно бы служило... Знаешь, как... Пользой для всех. Да, польза, как пользу для выход всех. Из болезни, из больного мира в здоровый мир. Как вариант, вариант выхода, как восстановиться и да, проснуться. Да, проснуться. Да-да-да. Так я говорю, что вот просто... Выход из болезни. Выйти в здоровую жизнь, да. Это хороший вариант выхода. И, в принципе, такой вариант можно рассмотреть сотрудничество с телевидением. И оно полезно будет, ты знаешь... И детям, и молодежи постарше, и взрослым, и старикам, абсолютно всем. Ну, те же самые образовательные моменты обсудить. А что мы, чему мы учим детей в школе? Это даст рост, очень невероятный рост человечеству, да? Да. Прорыв. Понимаешь, на самом деле, вот через такой подход начнется конструктивная составляющая телевидения. Сегодня она более деструктивная. Сегодня к телевидению относятся как к помойке. Сегодня к телевидению относятся уже с недоверием. И те ток-шоу, которые там были и по здоровью и так далее, экстрасенсорные, они все развенчаны как ложь. Идет просто дискредитация и недоверие. А то, что творится на информационном поприще сейчас, это вообще капздец. И если сейчас не предпринять шаги по очищению этой грязи, убрать ложь и грязь, а других вариантов, то я, например, не вижу, как с другой стороны зайти, чтобы начать чистить телевидение. Угу. Потому что в потоке грязи и лжи оно вообще просто смоется в унитаз. Угу. Угу. И пройдет, не пройдет и 10 лет, как вот эти ящики исчезнут в квартирах. То есть уже сегодня, например, в моей семье стоит вопрос, покупать ли телевизор в новый дом. Да, так оно, да. То есть он не нужен, он вообще не нужен. Угу. И мы отказались от покупки. Там стоит какой-то, но он ни разу не включался. Угу. И я так понимаю, он и будет убран из дома, потому что он не нужен. Угу. А чтобы купить новый, какой-то современный, вообще речь не идет. На самом деле такое ток-шоу – это как собрать за одним столом все конфессии. Ну, это начало сбора. Так оно и есть. А за смотри, круглым столом. Если все конфессии не собрать за круглым столом, то автоматически они все будут собраны под Ватиканом. Да? То есть, либо ты начинаешь диалог за одним столом и приходишь к какому-то варианту, да, как убрать ложь. Либо автоматически становится Ватикан, и все, лесби, голубые, куча полов. Сегодня увидела ролик, уже есть не просто трансгендеры, транссексуалы, уже есть транс еще кто-то. Это те, кому неправильно сменили пол, и те, которые предъявляют претензию обществу за то, что ему неправильно сменили пол. Те, которые потребовали сменить пол, но при этом им сменили пол, выполнили их, да, но желание. Оказалось, что они неправильно. Да, что отрезали письку и зря. И виновата именно медицина, виновата. Что... Там уже все виноваты. А если бы медицина не сделала, они бы... То есть смотри, если бы не сделала, отказала бы, они бы предъявили, как они имеют право нам не выполнять то, что я хочу, да? Ну да. Как то не есть зайди... это о чем? Тут с какой стороны вообще не подойдите и не угодите вообще. Это о деградации. Да. Но понимаешь, вот эта вот деградация, которая идет в автоматизме сейчас... Она же автоматически уйдет тогда под Ватикан, и она будет... Это все, это конец человечества. Это цивилизация умирает. Все, да, гибель цивилизации. Все однозначно. Купол ставится, и все. И все, да. Как крышка над гроб. Это надгробная крышка. Да. И сегодня, но выход будет только в разговоре. А с чего начать разговор? Сегодня даже, вот мы говорим о том, что классно было бы все конфессии собрать в Минске за одним столом. Все возможности у этого государства есть. И даже, я думаю, что самому правителю нашему будет это дело интересно. Но об этом мы говорим вообще как чокнутые.
То есть эта мысль даже людям, там, типа здоровым на голову, в голову не приходит. А с чего начать, чтобы эта мысль стала допустимой? Как, чтобы окно Овертона двинулось в сторону допуска? Кстати, в 2018 году мысль про офшор тоже была недопустимой. Сегодня она уже нормально так на 3 фазы въехала в общество. Вот. Вот здесь то же самое. Почему нет? С чего начать? Ну, давайте начнем с ток-шоу. Да. Давайте мы за одним столом начнем обсуждать, почему там мы должны быть только православные. Там могут быть мусульмане, там могут быть буддисты. Там кто хочешь может быть. Вы скажите свое мнение на тему, как вы будете решать ту или иную проблему, исходя из вашей системы ценностей и убеждений. Той системы ценностей и убеждений, благодаря которым вы ставите купола, вы ставите там храмы, вы устраиваете там ритуальные обряды, там продаете вербочки, выносите на дерево ответственность и так далее. Давайте поговорим обо всем этом за круглым столом. И это интересный разговор будет, это открытый диалог будет, но под конкретную проблему, чтобы это не просто потрепать языком, да. А вот конкретный человек, конкретная проблема. Как решаем? Кто поможет? И смотрим на это сразу. И вообще, есть ли выход для этого человека? Да, и да, если да. этот выход есть, то какой? Это невероятно через что? Интересно. Просто невероятно услышать мнение, как это видят, да, и как это решается. И увидеть все мнения. Это же... Заметь, но это может быть даже не для человека одного. Почему та же самая война или еще так что-то не является любая абсолютная ситуация. Любая. Да. Неважно, человек это или масштаб какой-то. Абсолютно. Тот же COVID. Все можно посмотреть. Да? Абсолютно. И услышать. Те же самые прививки. Прививки. Услышать все. Очень каждую интересно сторону. На прививке услышать мнение врачей, мнение в религии. И очень то, интересно. Что происходит в психике, то, что видим мы. И посмотреть последствия. И давайте говорить. Но видишь, когда просто говорить, оно тогда расплывается, и попытка есть вклинивание в старый формат. Нет, сейчас речь идет не о старом формате. Это совершенно новый, так же, как инфодайвинг. Это новый формат. Точно так же о новом формате. И подходы новые. Да. И качество отснятого материала новое. То есть конкретика, везде конкретика. Везде убрать муть и расплывчатость. Да, 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 да. Только конкретно. Есть задача, точечно. Есть это решение. Точечно. Есть задача, есть точечно. Решение. Точечно. Да. И никакой воды. Никакой воды. Воду надо убрать, муть убрать. И многозначительные авторитетности, убрать. Ссылки на догмы и так далее. Никаких ссылок. Никаких ссылок. Вот, четко по факту. Точечно. Да. Есть проблема, есть решение. Если есть ссылка, значит, эта ссылка должна прийти и быть лично и сидеть, лично и сидеть здесь. Да. И точно так же показать, как видит и как видит решение. Угу. Вот это вообще круто. И тогда смотри, тогда люди разного уровня будут. Абсолютно. И тогда неважно, какой ты себе одел, кто первый халат одел, тот и доктор, или кто к себе генералиссимуса напялил, тот и руководит войсками. Нет. Кстати, те же учителя, педагоги, воспитатели. Тоже могут быть здесь же. Точно так же, в зависимости от того, да, в зависимости от темы. И это будет действительно... Это просто многогранность, где мы просто сами высветим весь мусор, всю ложь, мы увидим искажение и вычистим его. Все. С разных восприятий? С разных восприятий. И все моменты выноса ответственности... Они тогда становятся подсвеченными, и человек начинает тогда задумываться, а где я вру сам себе? Ведь вот с этого момента начинается болезнь. Когда я вру сам себе, я болею. Да, потому Все. Что больно. Потому что больно. Потому что больно, потому что предал сам себя. Да, и потому что бегу от этой боли. Нет, мы все посмотрим, развернемся и увидим, когда искажение упадет, просто проявится, мы увидим истину, правду. Угу. Все. И вот это уже... Сколько желающих будет попасть. Поначалу, да, а потом... Да. Потому что любой вопрос возникающий можно будет на этом шоу разобрать. Любой абсолютно. Здесь нет ограничений. Нет вообще никаких ограничений.
крутое. Вот. Ну, смотри, та же самая, тот же самый вопрос – аутизм. Можно ли вывести ребенка из аутизма? Самый такой бытовой вопрос, касающийся сейчас очень многих людей. И поехали. Мнение религии, мнение науки, мнение как врачей. Да. Мнение, мнение, мнение. И пути решения. И варианты результатов какие на этом поприще имели. Абсолютно откровенно. И куда вышли? К чему пришли? И да. К чему пришли? Что продаем, товарищи? Ведь, по сути дела, каждое из этих направлений, если вот говорить, да, конечно, религия продает, конечно, наука конечно. Продает, медицина продает, психология продает, везде продажа идет. Чем торгуем, товарищи? Покажите вышедших по результатам вашего творчества. И окажется, что торгуем ложью. И торгуем ложью. Причем заведомо знаем, что да. торгуем ложью. Да, 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 да. Более того, кому когда мы знаем, что есть выход у кого-то, мы будем затаптывать этот выход. Этот выход будем закрывать, да. Чтобы не мешал зарабатывать деньги. Угу. Вот к чему мы придем. Но это будет очевидно. Кому мы врем? Сами себе. Угу. Вот это вот важно увидеть. И на выходе, когда мы болеем? Ведь точно так же потом мы имеем в отражении, в отношении своего собственного тела. Конечно. И поэтому это ток-шоу может оказаться тем выходом, как я уже и говорила, из больного мира в здоровый. Это не значит, что только по здоровью, а вообще, вообще как мира. Как мира вообще, кстати. Как жизни, как мира шарика. Это ток-шоу может лечь в основу начала формирования новой системы ценностей и убеждений у человека, которая позволит ему проснуться и быть Богом дальше. Взять открыть ответственность глазки. За свою жизнь, открыть глазки. Выйти в состояние благодарности и любви, когда ты становишься человеком, когда ты перестаешь быть животным. Перестаешь быть паразитом, я бы сказала, не животным, а паразитом. Потому что на самом деле нас уже давно, мы уже давно настолько паразиты, что нас уже черви грызут. В каждом теле чек-листы есть. И мы такие довольные принимаем. Да, они должны, у нас есть хорошие глисты, а плохие глисты. Ну да, уже без глиста жить не может. Да. А когда мы знаем, черви появляются? Когда труп разлагается, люди, так что мы трупы. Вот что надо осознать. Трупы? Да. На самом деле трупы. Зомби. На самом деле уже давно умерли. Так вот будем просыпаться. Пора. Пока еще черви не съели совсем мир. Труп не разложили его, пока мы в прах не превратились. И заново не возродилась цивилизация. Но видишь, когда цивилизация возрождается заново, всегда приходится сделать шаг назад для того, чтобы делать два шага. И тогда и возникают циклические ошибочки. Да. Когда заново, то можно очень легко попасть опять-таки в ловушечку, что и происходит. Да. И заново проживает. Вот это циклическая ошибка. А когда нет гибели цивилизации, да, а есть переход действительно в теле, то есть мы в теле, мы, находясь в жизни, просыпаемся, осознаем, что мы делаем. Стой, 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 стой. Куда? Куда я двигаюсь? Жизнь продолжается. Мы перестаем и болеть, перестаем. Мы перестаем. Мы на самом деле, мы не будем двигаться к смерти. Мы будем расцветать. Но для этого надо проснуться. Конечно. И для этого надо начать говорить. Теле проснуться. Но это принять опять-таки тело, а то, что оно божественно, а не то, что оно грешно и рождено в грехе. Опять-таки задуматься, что мы пихаем в это тело. Конечно. Тут и алкоголь всплывет, и все остальное да всплывет. Да и еда встает, и еда, всплывет. И медицина что всплывет мы? Вся. Бездумно, да. Все бездумно. Именно паразиты жрут все подряд, лишь бы жрать. Так что мы паразиты? Надо думать, уметь думать, что я ем, что не ем. А все это исходит из ценности своего тела, из любви к себе. То есть из того, что ты бережешь самое ценное – это свое тело. Не стать паразитом. Да.
убрать искажения. Убрать искажения из жизни. Классно, я так шел. Хочу ток-шоу. И это очень интересно. Это свет для всех, это солнце для всех, это просыпание просто для всех. Абсолютно всех. Но тот, кто будет хотеть спать, тот останется спать на самом деле. Но при этом это красивое, интересное, захватывающее ток-шоу. Способное раскрыть сознание, расширить сознание, открыть глазки. Это все разбудить. Да. Вопрос, готова ли ты общаться с таким количеством людей? Общаться? Ты знаешь, тут же на самом деле не то, что общение прям вот, знаешь, как общение, когда на тебя заваливается. Нет, здесь вот в том-то дело, что ток-шоу, оно и распределено, что вопросы задавать, да, отвечать. Временем ограничено, поэтому готова. Ты не готова? Я готова. Интересно. Дело в том, что именно когда это ток-шоу выглядит как ток-шоу, то здесь будет все точечно. Вот так надо и продумать, чтобы, знаешь, как не каждый говорил, когда сыпется на тебя много вопросов. Нет, вопрос, ответ. Потом, я имею в виду, после, когда уже обсуждаешь ситуацию. Да, да. Видишь, когда идет искажение, оно всегда сопровождается агрессией. Да, всегда, да, сопровождается всегда агрессией. И когда оно сопровождается агрессией, у меня, например, автоматически возникает желание сказать «Аминь». Не в этой жизни. Чувак, спи дальше. Да, тебе на кладбище. И здесь придется, ну, и самим измениться. Изменить это отношение. Потому что сегодня, например, позволить. Я не вторгаюсь в жизнь людей вообще никак. Мне пофиг. Да, так вот, позволить этому быть. То есть разным краскам быть. Ну да. И если ответ поступил, ответил точечно на вопрос, все остальное – это выбор человека, агрессировать. Или главное, что во мне нет агрессии и злости. То есть я ответила на твой вопрос. Следующий вопрос. Следующий. Все. Потому что агрессия – это как собаки набрасывающиеся. А здесь… Ну, например, когда в любом шоу, где участвует религия, всегда есть агрессия. Всегда. И она всегда скрытая и задавленная. Но и человек культурный вынужден. Да. Я просто вспоминаю вот эту даму, как она общалась с религиозным детям. Я понимаю, как человек культурный, она не может встать и дать книжкой по голове. Смотри, она, да. И она что делает? Она подавляет. И она подавляет и лжет. И лжет. А суть-то остается в том, внутри у тебя зацепило это или нет. Когда ты внутри искренне чист, тебя не зацепит это. Поэтому агрессия там, если задан вопрос, ответ получен. Если у человека там что-то кипит, то это у него кипит. А если здесь не кипит, вот что важно. Вот это суть. А то, что книжкой там дать, ну, это уже значит зацепило. У меня нет этого. Я позволяю, но абсолютно вопрос, ответ, пожалуйста. Посмеемся вместе, не вопрос. Ну, а как вы там восприняли это? В агрессии или в смешке? Ну, это... Ну, в любом случае, пробовать надо. Да. И это то направление, это надо. Которое надо проработать и сделать шаг. Да. 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 Этому быть. Я просто знаю, что этому ток-шоу быть. И это действительно интересно, захватывающе и очень познавательно. Очень познавательно.